сражайтесь, если нечем отстреливаться. Отлично, половина у нас есть. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в новую игру, которая называется «Растение против зомби». Ну, для некоторых она уже может быть не новая, потому что она уже, вроде бы, довольно-таки давно уже вышла, но я в нее еще не играл, ребятки. И вот мои подписчики попросили поиграть в эту замечательную игру, чтобы я, в общем-то, насладился ней и показал вам, как играть, и что, в принципе, здесь, в этой игре, нужно делать. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем. Так, здесь у нас что? Растение против зомби. Показывается заставочка. И первый уровень у нас начинается. Пишет, что это мой дом. Это мой дом, Юрин. Да, это все отличненько. Все замечательно. Это у нас дорожечка такая. Так, это у нас горохострел. Это у нас горошек такой, ребята, который нужно посадить. Отличная работа. И все, солнышки мне нужно собирать для того, чтобы покупать горошек. Да, одно солнышко это 25 очков. Отличненько, ребятки. Теперь я смогу два горошка купить. Не дайте зомби дойти до вашего дома. Ребятки. Мозги. Мозги. Зомби говорят мозги. Вы слышали, ребята? Говорят мозги. А, все, ха-ха-ха. Ребятки, мы его уничтожили. Еще один зомби идет. Посмотрите, ребята, еще один зомби наступает на нашу эту, на наш дом. Так, все, собираем, ставим третий горохострел. Все, теперь три горохострела. Посмотрите, сразу уничтожают зомби. Три удара и все. Последняя волна, ребяточки. Так, солнышко, отличненько. Я ловлю солнышко. Это, наверное, я собираю дневные лучики. Посмотрите, ребятки, как зомбики падают. Все, ребятки. Все, зомби уничтожился. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень. Так, что это мне здесь дали? Это какой-то подсолнух, ребят. А что же он нам дает-то? Вы получили новое растение. Подсолнух. Так, днем подсолнух, днем дополнительное солнце. Ага, он дает мне дополнительное солнце, ребята. Все, теперь я понял. Вау, еще две дорожки, ребята, по которым будут идти зомби. Вы представляете? Я ставлю, ребята, подсолнухи, потому что мне надо... Они дают солнце, видите? Вот так вот быстро я могу теперь покупать. Еще один подсолнух мы можем купить. Так, все. Чем больше у меня, ребятки, подсолнухов, тем больше у меня будет солнышек и будет очков для того, чтобы купить себе горохострел и остальных каких-то оружий, которые здесь мне будут выдаваться. Надо будет посмотреть, что это именно будет. Все, мы можем уже купить горохострел. Давайте поставим горохострел по периметру. Ой-ой-ой, идет, ребята, идет зомбик. У меня не хватает солнышка, быстрее, давайте, рожайте солнышко, мне не хватает. Быстренько ставим горохострел сюда. Все, пускай начинает в него стрелять, потому что я просто могу погибнуть, ребята, да. Пускай стреляет в зомбика, пускай уничтожает его, потому что это никуда не годится. Так, давайте быстрее. О, второй зомбик идет. Давайте, солнышко, быстрее рожай меня. Отличненько, подсолнух родил мне солнышко. Это просто круто. Так, теперь зомбик посередине убивается. Так, берем здесь. Так, ну я думаю, подсолнухов, ребятки, хватит нам сажать. Давайте будем сажать горохострелы, потому что сейчас начнут зомби наступать по новым периметрам. И таким образом мы не сможем отбить атаку. А так, видите, опа, все, ребятки, здесь ставим. Поставим по два подсолнуха. Я думаю, наш этот уровень должен обязательно это все выдержать. И здесь давайте поставим. Все, отлично. Ставим теперь здесь горохострел. Все, нормально. 4 подсолнуха. Так, все, 25 очков у меня есть. Ага, уже есть 50. Сейчас еще подсолнышки нам родят. Солнышки одно есть. Такая музыка страшная. Приближается большая волна зомби, мне говорят. Ребята, а что же делать? Что же ты будешь делать? Большая волна зомби. Это с флагом, ребята, а не с флагом, с мозгами. Посмотрите на них. Вот это прикол. Ничего, я думаю, у нас везде есть оружие, и мы их попросту уничтожим.
Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень. А что это за вишенка такая прикольная? Давайте посмотрим, что это за вишенка. Так, а вишенка здесь у нас... А, это вишневая бомба, ребят. Ну что ж, давайте испробуем вишневую бомбу в этом уровне. О, посмотрите, там, ребятки, новые зомбики с колпачками на голове. Сажай! Так, мне говорят, чтобы я сажал. Я начинаю, собственно, ребятки, сажать. Так, собираю солнышко, ребятки, потому что надо сажать, сажать и сажать. Таким образом, так, опять собираем солнышко, потому что сажать нужно чем больше, чтобы выдержать, чтобы на мой дом не напали зомбики. Потому что, ребятки, если они на мой дом нападут, это будет очень... О, ребята, вот зомби вышли. Вы слышали, он говорит, мозги, ребята, вот это да. Так, все, ставим горохострел, пускай потихонечку в него стреляет. Здесь мы поставим еще один подсолнух. Пускай быстрее вырабатывает нам солнышко для того, чтобы у нас были очки. Так, здесь берем и здесь берем. Отлично, осталось нам... О, уже посередине тут зомби, да, ребята. Нам давайте поставим сюда, чтобы он не кричал мозги, чтобы его убило. А то зомбиков, ребятки, я боюсь. Мне они здесь не нужны попросту. Так, отличненько. Здесь что у меня? Ага, отлично. Все, горохострел ставлю. Мозги. Все, теперь у меня везде есть горохострелы, ребята. Мозги. Мозги. Вот это да. Так, надо... Чем больше подсолнухов, мозги, тем лучше, потому что они вырабатывают солнышко. А уже за счет солнышка, ребят, я могу себе купить... Посмотрите, практически что хочу. Вот, например, вот эту горохострел. Здесь поставить второй. Или же поставить новый горохострел. Вот, смотрите, я солнышко получаю. И новый горохострел мы поставим посередине. И сейчас денежку насобираем на новый горохострел. И поставим его на последнем... На последней дорожке. Вот здесь вот, посмотрите. Хопа. Все, отлично. Просто супер. Так, 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 ребятки. Отличненько. Я считаю, что у нас все замечательно продвигается, ребята. Посмотрите. У нас просто все круто. Так, ставим здесь. Так, острел, пускай убивает уже и там. Так, давайте солнышки быстрее. Под солнышки дайте мне солнышки. Рожайте для того, чтобы дать мне возможность отбивать больше атак. Вот это да, вот это, ребятки, пошла стрельба. А, мы бомбу не купили. Ну ничего, сейчас купим. Сейчас посмотрим, что такое вишневая бомба. Испробуем, ребята, на большой волне. Приближается большая волна зомби. Это означает, ребятки, что надо купить срочно эту бомбу. Все, мы ее купили. А куда мы ее поставим? Давайте вот здесь вот поставим, да? О, ребята, вы видели, три зомби сразу убило. Вот это да, вот это прикольно. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни. Так, вот это круто, вот это круто. Так, мальчики и девочки. Так, ребята, что это, что означает, что мы уже прошли так быстро? Вот это да. А что это за орех здесь? Что это за орешек здесь такой? Кто это? Что это за орешек, а? Ребята, это стена орех. Блокирует зомби, защищает ваши растения. Все, я понял, ты его ставишь, получается. Это как свэмп атак, знак стоп. Ты его ставишь, и они не могут идти. Ого, теперь по 5 параметрам будут зомби двигаться. Ребятки, посмотрите. Мне говорят, чтобы я сажал срочно подсолнухи, срочно сажал горохострелы, вишни и орехи. Для того, чтобы свою позицию, так сказать, отбивать по всем параметрам. Сейчас уже зомби пойдут. Чувствую, что сейчас уже начнут кричать мозги. Зомби, вот, слышите, ребята? Пришли. Зомби пришли. Давайте мозги поставим орех. Орех. Пускай кушает орех. Все, орешек он кушает. Он занят, а тем временем мы будем сажать мозги. Еще наши новые растения. Все, давайте подсолнухи посадим по всем периметрам для того, чтобы получать новые... Мозги. Для того, чтобы ребятки получать новые... Эти... Ого, ребята, посмотрите, кто идет. Идет зомби, посмотрите, он сейчас свет. Быстрее, быстрее, солнышки, рожайте, рожайте, рожайте подсолнухи. Давайте его остановим орехом. Все, орехом мы его немножко подзатормозим. Пускай он хавает орех, а мы тем временем будем сажать, ребятки, горохострелы, потому что надо же отбиваться как-то от них. Все, по всем периметрам у нас будут горохострелы, ребятки. Посмотрите, как он хавает этот орех. Вы видели? Вот это прикол.
Ребята, посмотрите, идет зомби. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо его срочно убить, ребята. Ставим грохострел, пускай стреляет сюда. И уничтожает этого нехорошего, ребятки, зомбика. Ребятки, посмотрите, сколько зомби идут. Ребята, давай быстрее, солнышки, рожайте мне горохострелы, потому что зомбики не ждут. Зомбики не ждут, ребята, видите? Так, давай, орешек, быстрее загружайся, мы притормозим этого зомбика нехорошего. Быстрее. Собираем солнышки. Мы подсолнухов много насажали. Теперь у нас есть много и солнышек. Так, отличненько, отличненько. Просто супер, я считаю, замечательно. Просто замечательно. Поставим туда горохострелы, пускай стреляют по ним, потому что куда же догодится-то, на мой дом нападают, вы видели? Зомби потихонечку убиваются. Это просто супер. Просто замечательно. Ого, нет, он горохострел, ребята. Как-то я не подумал, что его нельзя там ставить. Я горите лучше. Видели, ребята, он съел мой горохострел. Ну дает. Вот это да. Как так-то? Съел мой горохострел, ребята. Приближается большая волна зомби, дорогие друзья. А что же у нас там приближается? Давайте посмотрим. Последняя волна. Так, давайте, наверное, купим огневую бомбу. Ба-бам! Ого, 5 зомби, ребята. В прошлый раз 3, в этот раз аж 5 зомби убили. Вы видели? Вот это прикол. Что это за лопата? Мы забрали лопату, ребята. Мы забрали лопату. Что это такое? Поздравляем, лопата. Выкапывать растения, чтобы посадить... А, все, мы можем выкапывать, чтобы посадить другие. Все будет. Привет, сосед. Это мой сосед, ребятки. Меня зовут Безумный Дэйв, он говорит. Но ты можешь звать меня просто Безумный Дэйв. Послушай, у меня есть сюрприз для тебя. Слышали, как он разговаривает? Но сначала тебе надо очистить мужайку. А, лужайку. Используй лопату, чтобы выкопать эти растения. Начинай копать, он говорит. Давайте будем копать. В чем проблема? А вот и сюрприз. Мы идем на гору. Вот возьми этот стеноорех, ребята. Почему я дал тебе стеноорех? Потому что я безумный. Ха-ха, ребята, давай выиграй в боулинг. Мне надо выиграть в боулинг, ребята. А что это за боулинг такой прикольный? А, ребята, это боулинг этим. Смотрите. Вот это прикольно. Это боулинг зомби. Вот это прикольно. Ого, видели, черный зомби какой-нибудь. Ха-ха, вот это прикольно, круто. Боулинг мне понравился, прикольно, ребята. Круто. Классно сделано, конечно. Давайте орехи, где орехи-то? Я же так и в боулинг не доиграю, ребятки. Мне же надо доиграть в боулинг, наверное. Отлично, просто супер, просто замечательно. Так, там мы взорвали этого чувачка. Этот получает. Маски.
Отлично. Просто замечательно. Вот два сразу увидели, ребята. Ого, и там два. Прикольно. Вот это круто. Большая волна, я в улице не успеваю доигрывать. Давайте орехи мне еще быстро, зомби нападают на меня. Быстрее еще орех, еще. Еще быстрее, пожалуйста, еще орех. Ребята, вон, посмотрите, сколько их. Боулинг, оказывается, не так и легко играть, как я думал, ребята. Я думал играть в боулинг достаточно таки легко, но оказывается, что это очень сложно, очень сложно. Отлично, ребята, перед самым видели, перед самой полоской я его уничтожил. А что это за бомба такая? Это какая-то мина, ребятки. Я какую-то мину подобрал. Да, это мина. Вы получили новое растение. Взрывается при контакте, но на зарядку требуется время. Понял. Это мина, ребятки. Да, это попросту была мина. Так, ребята, посмотрите, новые зомби-спортсмены, ребята. Вы видели зомби-спортсмен? Таких приколов я еще не видел. Так, ребятки, ну что ж, давайте будем сажать, потому что мы уже время у нас, в принципе, идет, а нам нужно сажать и продолжать проходить нашу замечательную игрушку. Так, ну что ж, давайте потихонечку будем сажать наши дорогие растения, которые нам так дороги, ребятки. Так, ну где-то уже идет. Где-то уже зомби пришли. Он говорит, давайте пока что ему орешек туда поставим. Пускай кушает. А орешек, а мы тем временем себе настроим оборону. Ребятки, настроим оборону и будем потихонечку обороняться. Так, отлично, отлично, просто замечательно. Так, все, первый пошел. Так, ребята, давайте солнышко небо, да и побыстрее. Все, поставим второму орех, пускай грызет, пока мы будем устраивать нашу оборону. Отлично, просто, ребятки, замечательно, я считаю. Так, ставим сюда второго. А, надо было, конечно, сразу здесь поставить, но я как-то не подумал. Чего, можно выкопать? А, мы выкопали и потеряли его. Прикольно, ну ничего, ладно, будем знать теперь. Но так нельзя делать. Отлично, отлично, просто тихо. Ой, смотрите, как они вдвоем быстро хавают, ребята, видели? Давайте еще одного поставим. Ореха, да есть. Мозги. Так, мозги, давайте как-то будем дальше обороняться. Куда же это годится-то? Чем стрелять, ребятки? Вот в чем проблема. Нечем, ребята, стрелять. Вот это да. Быстрее. Все, так, отлично. Ай-яй-яй, мне не хватает, ребятки, на зарядку. На зарядку мины. Не хватает время, просто-напросто. Он даже не успеет подорваться, а съест мою мину, видите? Он съел мину и не подорвался. Ура, ребята, он подорвался. Прикольно, мина успела зарядиться. Вон, посмотрите, зомби-спортсмен. Ого, зомби-спортсмен перескочил орех, перепрыгнул, ребята. Ну, второй-то он не перепрыгнет. А что он не хавает-то? Воу. Парень, ты чего? Ты чего не хаваешь орешка? Хавай орешек. Так, ну я
я думаю, подсолнухов, ребятки, хватит сажать. Давайте будем сажать оборону нашу. Это мины и горохострелы. Давайте еще там мины поставим. Ай-яй-яй, поставили там, где надо, тоже знаете. Давайте одного еще здесь посадим. Ого, ребят, он между минами, вы видели? Вот это прикольно. Таких приколов я еще не видел. Да. Ну что? Приближается большая волна зомби, ребята. Мне говорят, что приближается большая волна зомби. Последняя волна. Ребята, берем вишенку. Бабам! Ого, ребята, убили. Вы видели, сколько сразу тоже много? Все, отлично. Вот это мы оборону с вами выстроили. Посмотрите, ребят. Посмотрите, как круто. Вот это у нас оборона в действительности очень большая. Вот это я понимаю. А это что? Это что-то я взял новое. Новый горохострел какой-то, ребята. А что он делает? Давайте посмотрим. Что это у нас такое? Стреляет ледяным горохом, повреждает и замедляет врагов. Понял. Прикольная штучка. Давайте ее с вами, собственно, ребятки, опробуем. Посмотрим, собственно, на что она способна. И погнали сажать. Так, ну что ж, ребятки, давайте сажать. Только она стоит в два раза дороже. Ребят, 175 стоит. Я думаю, что она не стоит этих денег. И просто горохострел — это будет самое лучшее решение, которое только может быть. Ну, в общем-то, ребятки, сейчас мы с вами посмотрим. Мозги пришли. Так, сейчас мы тебя остановим. Получай. Так, первый есть. Пускай уничтожает потихоньку нашего зомбичка прикольного. Так, теперь, ребятки, с вами давайте разбираться будем с этим чувачком, который здесь хочет тоже пройти. Я думаю, мы его все-таки подзадержим. Давайте поставим орешек, пускай кушает. Так, здесь поставим мину. Ребятки, мне нужен или горохострел, или мина срочно. Потому что быстрее. Все, давайте получай горохострел. Потому что ко мне идет зомбяк. Зомбяк. Посмотрите, какой зомбяк. Так. Отлично, ребятки. Давайте его притормозим, чтобы он не съел наш горохострел, собственно. Так, все, ребятки, отлично. Покупаем здесь горохострел. Хоть бы он... А, ребята, он сейчас подорвется на моей мине. Это же мина не для него. Я мину готовил для других целей. Пожалуйста, быстрее. Надо его убить. А, взорвался. Ладненько. Купим другую мину. Ничего страшного, ребятки. И посмотрим. Вот здесь, собственно, посадим, где она была. Так, мозги получи по заслугам, потому что, ребята, сейчас он опять испортит мою бомбу. Сейчас он опять взорвется на мою бомбу, ребята. Баба. Это не есть хорошо, ребята, потому что эта бомба предназначалась не для него, потому что сейчас будет, ребятки, огромная волна, и что же мне потом делать? Так что давайте эту бомбу поставим, собственно, там, где есть место, и... Вот спортсмен уже бежит, ребята, посмотрите. Надо его срочно уничтожить. Сейчас он перепрыгнет картошку. Ай-яй-яй-яй. Ой, картошку эту. Орешек. Ну,
Он съест сейчас, ребята, он съест. А, нет, не успел, отлично. Ух, ребята, я думал, он съест моих всех этих. Всех моих зомбиков. Да. Так, 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 ребята, посмотрите, сколько их начало идти, как много. Да что же ты будешь делать, что же мне с вами всеми делать, ребята? Большая волна зомби, ребята. Меня уже предупреждают, что идет большая волна зомби. А что же делать-то? Солнышко, быстрее рожайтесь, мне нечем отстреливаться. Отлично, половина у нас есть. Просто супер. Так, что у нас еще есть, ребята? Все, в принципе, отлично. Оборона у меня способна выдержать все, дорогие друзья. О, еще! Это не все, ребятки. Я хотел еще идти. Да что ты будешь делать, а? Вот это да! У меня и так, ребятки, оборона, посмотрите, какая отличненькая. И мы таким образом уничтожим всех зомби, которые нам мешают. Ну, давайте на всякий случай еще древним этой фишенкой. Ну все, я думаю, что этого будет вполне достаточно. Быстрее, бомба, бомба, бомба. Отлично, ребята, меня спасла бомба, которая уничтожила половину. Так, отлично, отлично, отлично. Вот это, ребята, огромная волна. Это, я уверен, какое-то что-то будет сейчас, что-то будет конкретное после этой волны. Приближается большая волна зомби. Ребята, вы готовы? Так, защита, ребята, оборона у нас вроде бы есть. Вроде бы мы ее с вами сложили за все это время. Так что давайте будем начинать, ребятки, колбаситься. Так, ну что ж, давай, давай, война, ребята, посмотрите, какая мы. Да что ты будешь делать? Давай быстрее грузить. Давай быстрее грузить. Бомба, бомба, бомба. Давай бомбу, бомбу, бомбу. Все, ребятки, отлично. И мы, наверное, победили отличника и выиграли какое-то такое растение, которое стоит 150 очков. И это пожирает зомби целиком, но уязвим во время жевания. Ага, он уязвим, когда жует. Понял, хорошо. Но это мы с вами, ребятки, проверим. Проверим, обязательно проверим это. Проверим, ребятки, уже в следующем эпизоде, дорогие друзья. Будем вот так вот понемножку проходить и отличненько пройдем зомби против растений. Ребятки, а перед тем, как переключиться на другое видео, я хочу вас попросить, чтобы вы обязательно подписались на мой канал, поставили пальчик вверх и оставили комментарий. Также не забываем, ребятушки, ставить колокольчик, чтобы знать все новости, которые происходят на моем канале, чтобы видеть мои видео самыми первыми. До скорых встреч, дорогие друзья, в следующих эпизодах зомби-растения. Пока-пока!